Всем привет, друзья! С вами канал Карабаш74, я ведущий Евгений. Собственно, сегодня мы с вами посмотрим на очередную модификацию для игры Spin Tires Mud Runner. Это у нас 66-й. Газончик Шишига под названием Шаман. Шаман, я не знаю, почему Шаман, может быть, он шаманить умеет. Но это, мать его, Шаман. Не знаю, выделить не могу, короче. Да куда ты? Эй, отстань! Отстань! Все сломалось. Все сломалось, короче. Вот так. В общем, это шаман. Шаман, который... шаман. Вот. Тут почему-то надо escape сначала нажимать, а потом вот так вот. И потом только начинает все работать. В общем, описания вообще нет. Ну, собственно, совсем нет. И будем разбирать сегодня его, так сказать. Посмотрим, что это такое и зачем это вообще. Не. Не видал? Жижа есть. Если есть жижа, это уже замечательно. Вот. В принципе, внешний вид. Внешний вид достаточно неплохо выглядит. Ну, я думаю, что здесь со стандарта все. Взяли с дефолта. Вот. И взяли, присобачили. Блин, вот знаете, риторики немного. Воспоминания, если хотите. То есть в Spin Tires был такой мод, у которого менялись кабины. Это была Шишига, вот эта именно кабина. Была кабина КамАЗ. То есть просто тупо стояла рама, и можно было поставить любую кабину на эту раму. Я не знаю, почему этот мод забросили. Вот, но идея-то в принципе была хороша, то есть за место у нас просто тупо не тачку меняли, а меняли именно кабину, и это было здорово. Но его забросили. Проснись, сука. Вот, колеса сразу хочу сказать, эти колеса, они давным-давно со Spin Tires, из первых модов, одни из первых модов были эти колеса. Вот. И их, в принципе, прикрутили сюда, к этой Шершиге. Буду ее Шершигой называть. Гудок есть. Фары работают. Вид. Вид есть, но зачем было... Сука. Руль крутится. Это 16-гранник, наверное. Ну, приблизительно. Да. Ну, тут все печально. Но можно высунуться в окно. Можно высунуться в окно. И я не понимаю, какому кретину пришло в башку прилепить сверху торпеду. Ты не мог ее снизу поставить? Зачем она нужна сверху, мать твою? Ей-богу, ей-богу, просто иногда, блин, столько вопросов к пердоделам, что просто вообще уже... Прям вообще вот, да. Но колеса крутятся, заводим. Это что, мать твою, такое? Это что за звук? Подождите, я убавлю немножко чувствительность камеры, уровень звука. Чуть-чуть убавлю, я думаю, что очень сильный звук. Блокировка, дифференциал, все работает. Я не понимаю, а что, нельзя было нормальный звук? Дефолтный, мать твою, поставить на него. Это, знаете, это звук напоминает начало 2000-х годов. На дизельных микроавтобусах вот такой звук был раньше. Да. У меня просто у знакомого был дизельный микроавтобус. И вот я помню, что вот этот звук именно там был. Я не знаю, как это связано с этой Шершигой. Но, в принципе, так и есть тут. Бред какой-то. Ладно, поехали. Бампер что дает? 600 ремонтных очков. Замечательно. На нем не работает светооборудование. Полевая кухня. Замечательно, что дает. Емкость цистерны 100 литров, 300 ремонтных очков. Здорово. Зип. Зип. А, запаска.
600 ремонтных очков дает ZIP. ZIP это здорово. Да. Шикардосики. Кстати, точки зацепа есть на каркасе сверху. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Я про точки говорю сейчас. Так, ZIP убираем. Платформа бортовая. Это у нас дефолтик идет. Ну, вроде все на своих местах стоит. Я не понимаю, почему подкрылки то же самое. Изнутри и снаружи, короче, они полностью покрашены в ту же самую текстуру, что и кабина. Не понимаю, для чего это сделано. Сколько очей? 3. Ну, по дефолту все. Бортовой прицеп. Дефолтик идет. 3 очка. Гаражные части. Ну, смотрится, смотрится. Но звук, сука. Дефолт. Гаражный. Одно очко гаража. Все по дефолту. Гаражный фургон. 2 очка. Запасное колесо. Да. А почему здесь такое тогда запасное колесо? Ёпта. У нас же есть ZIP. Зачем сюда запасное колесо прописали? 120 ремонтных очков дает. Платформа лесовоза? Серьезно? Да это поди шишига-то, она читерская, скорее всего. Ну а потому что я не представляю, зачем ей платформа лесовоза. Да, а удлиненного распуска нет. Прицеп-распуск. 4 очка можешь перевозить. Интересно. Так, ремонтные части отзяла. Ремонтные части это кунг у нас стандартный идет. 600 ремонтных очков. Здесь у нас 500 литров, 300 ремонтных очков, 1 очко гаража. Ну, в принципе, неплохо. Здесь опять же идет сервисная телега. Это дефолт, естественно. И топливная цистерна идет тоже дефолт. Ну, как-то, знаете, я даже прям вообще не знаю. Ну, давайте вот так вот, что ли, посмотрим, на что шершига способна. Так, давайте посмотрим, что еще можно на нее поставить. А больше ни хрена ты на нее ничего не поставишь. Запаска, она мешается. А такое запасное колесо тоже мешается. Поехали, чё? Да? У нее свои следы еще сделаны. Огонь. Стоп. Ага, 4 очка упали. Поехали в бассейн, проверим, что это такое. Достаточно проблематично ехать. Связано это с тем, что он буксует. Но следы, смотри, меня прикололо. Следы рисует. Следы рисует. Это очень хорошо. Погнали. Давным, знаете, вот сегодня просто сидел, и мне просто попалась шишига. Ну, та, которая еще будет сегодня в обзоре. Вообще газоны сегодня. Сегодня день газона. Ты знал, что сегодня день газона? Вот, я тебе напоминаю об этом, что сегодня день газона. И давным-давно что-то, я думаю, не было вообще ни 66-х, ничего не было, никаких газонов. Думаю, дай-ка я посмотрю на газоны сегодня. И вот, пожалуйста, газончик. С 4 очами. Кое-как ползет. Ну-ка, подожди. Так лучше пойдет. Да, так оно идет гораздо лучше. 4 очка. 4. Ну, по большому счету, это нормально. Потому что у нас зелок возит 3 очка.
Анимация, кстати, карданов есть. Но вот в самом конце она встала, конечно. Потому что здесь очень сложно забраться в эту горку, по факту. Но! Как лошади говорят. Но! Лошадь. Зачет. Меня следы прикололи. Стопы. Скорее назад. Да хер там. Я прям, знаете, я прям очень счастлив, что она заглохла. Ей-богу. Очень счастлив. Почему нельзя вернуться в гараж? Это же, сука, просто убого. Давайте поставлю шершигу еще одну возле гаража. Так, газ. Шарман. Вот так вот сейчас поставим его там. Добавить этот. Удалить. Прицеп распуск удалить. Так. Я в шоке. Какой мудак просто придумал этот звук для этой машины? Но есть же дефолтный. Зачем выдумывать колесо, если все нормально? Уже и так придумали. Поехали дальше. Пускай, знаете, это, так сказать, на совести останется этого чела, который этот дребедень сделал. Просто, ну, я по-другому не могу назвать, понимаете? Блин, есть уже шишига, нормальная шишига, которая звук все хорошо, дефолтная. Ну, возьми ты с нее хотя бы звук сдери. Какого черта? Ну, видимо, автор данной трагедии совсем другого мнение об этом. Смотрим. Мне, знаете, мне кажется, что она как бы слишком легкая. И в то же время просто она с грузом даже пробуксовывает. То есть очень... трения много. Это именно скольжение. То есть она пробуксовывает просто. Мощи хватает, а буксование вот это вот идет. И похеру она там едет одна или не одна. Плевать ей, так сказать, с высокой, мать его, колокольни. Машина сама по себе неплоха. Я думал, хотя бы здесь ее доведут до ума. Ну, то есть стандартную шишигу возьмут. Прописали весь дефолт к ней. Но это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, нехорошо то, что, в принципе, они изуродовали ее звуком. А так, в принципе, ну, неплохо. Неплохо, можно покататься. Я думаю, что можно даже на стрим ее взять будет. Вот, на ближайший, который пройдет, не знаю, когда. А с вами был канал Карабаш74, я ведущий Евгений. Ставьте лайки, комментируйте, ссылка в описании там внизу на этот мод. Всем удачи, всем пока.